Вчера, 7 марта 2015 года, на очередном брифинге спикер АТО Андрей Осенко сообщил о задержании министра внутренних дел Донецкой Народной Республики Олега Березы. Вся изложенная по этому поводу информация со стороны Андрея Осенко и, соответственно, растиражированная украинскими СМИ, не имеет ничего общего с реальностью, является фейком. Министр внутренних дел Донецкой Народной Республики Олег Береза никем не задерживался и в отношении него не ведется и никогда не велось каких-либо разбирательств со стороны компетентных структур.